Теперь по улице Жилая оставить свое авто, да и просто на время остановиться, не получится. Речь об участке от теплосетей до ветклиники. Здесь появились запрещающие знаки. Все в целях обеспечения безопасности движения. По дороге есть несколько переходов, а из-за припаркованных машин пешеходов просто не видно. С просьбой об установке знаков в этом месте обращался общественный совет Нефтеюганска. Наказывать нарушителей начнут с завтрашнего дня. Автолюбителям, которые пренебрегут правилами, будет грозить штраф и эвакуация транспортного средства.